Всем привет! Сегодня будем рисовать Мушики, одного из самых любимых Отсуцуки в фандоме Боруто. Я не знаю, почему вы его так любите, но многие его обожают. Начнем, как всегда, с глаз. Будем рисовать его ухмылку. Персонаж, антагонист, возможно, будущий друг Боруто, и, возможно, его источник силы, как Курама, был в Наруто. Возможно. Поскольку все еще не закончилось... Зная историю Наруто, мы думали, что главный злодей Орочимару, оказалось, еще несколько появились злодеи. Боруто, возможно, то же самое и будет. Будут тяжелые противники, которые будут еще сильнее. Не знаю, кто там может еще появиться, боги, какие-то реальные боги. Не знаю. Ну, в общем, рисуем вот такие вот два глаза, напоминающие фары машины. Расстояние одинаковое, наклон в целом одинаковый, 25-30 градусов. Да, один глаз больше, один глаз меньше, но в целом так и должно быть. Симметрия лица в основном у всех людей лицо несимметричное, кроме учих. У учих лица симметричные. Рисуем точки, они весьма близки к глазам, я имею в виду, но так должно быть. Весьма получилось быстро. Точки... Спускаем прямо с глаз. И немножко ниже носа. Это будут концы вот этих вот губы, да? Как это можно назвать? И рисуем такую вот улыбку. Рисуем зубы, тень и зубы. После чего рисуем несколько морщин. Вот так вот. После чего переходим к линиям подбородка. Ну и третий глаз. Как у Кагуи, у Мамушики тоже есть третий глаз, когда он развился до формы определенной. Бог, что-то там. Я не знаю, какая это была форма. Рисуем тут Риннеган, который не особо дает ему особо таких вот пафов. Но многие его любят. Я не знаю почему. Потому что не смотрел я Боруто, поэтому не знаю. Может, посмотрю когда-нибудь, и может, он такой же приятный человек, как Курама. Ну, или Курама же не человек, а Курама Пиджу. Он не Пиджу. Да, Курама, кто он был? Он фастатый. Ну, в общем, переходим к этим линиям глаз. Их расстояние должно быть меньше. Ну, я нарисовал их немножко неправильно, но все равно это не особо и вредит рисунку. Потому что никто не запомнил, какие там у него татуировки, вот эти вот появляющиеся. Можете нарисовать их уже. Количество должно быть немножко больше. Но так тоже сойдет, как вы можете заметить. Даже, наверное, вы не можете заметить что-то там неправильное. Спускаемся вниз. И тут рисуем тоже такую вот линию. Хорошо. И тут начинаем рисовать уже линию челюсти. Она будет немножко тяжелее, чем остальных, потому что, ну, тут нет шторы, никаких вспомогательных вещей тут тоже нет. Но в целом структура ясна, наверное, я вам. Рисуем просто такую вот линию, которая соединяется с верхней линией. Под уклон без каких-либо прямых углов, что тоже затрудняет немножко положение, потому что рисовать так тяжело. Напоминает маску Кокаши. Если вы рисовали маску Кокаши, то вам будет легче. Поэтому мне и тоже было легче, потому что маску Кокаши я рисовал очень часто, и это не затруднило мое положение. Если вот эти в части, волосы, само собой, не влезли, потому что волосы у него, знаете, какие, ой, какие у него тут шелковистые волосы, которые, типа, ой, видите, там распространены. Поэтому, мне кажется, не многих они влезут вообще в какой-либо кадр, если вы не будете рисовать его в полный рост. Надеюсь, вы поняли, что я тут я сказал. Время от времени у меня просыпается режим рэпера. Наверное, в этом видео он проснулся. Не знаю, почему у меня адреналин, и я хочу есть. Возможно, из-за того, что сейчас 3 часа ночи. Возможно. Адреналин, сердце бьется бешено, неизвестно почему. Вообще непонятно. Ну, в общем, мы фактически закончили рисунок. Осталось шея и немножко деталей волос и покрасить. Так что нарисуем шею. Тут
Эта часть не должна быть находиться здесь. Не должна она быть здесь. Она должна быть немножко в другом месте. Я слышу эхо, я не должен слышать эхо. Вот сейчас, возможно, вы заметили некоторую ошибку. Возможно, и нет. Посмотрим, насколько вы внимательны. Так, красим. Штрихуем. Это не краска, это штриховка. Решил попробовать, почему нет. Весьма быстро. Ну и красиво. Так что фактически закончили. Пишите в комментариях, кого нарисовать в следующем и какого аниме вы хотели после Наруто или других. Так что всем удачи, всем пока. Бай-бай. Не болейте, будьте здоровы.